Возможно, вы помните эту серию из жизни Бадди, когда я предложила Соболю новый домик. Но Бадди его понюхал, посмотрел и начал игнорировать. Вот и сейчас вы видите, что он затаскивает свое одеялко в коробку. Ну, конечно, что же может быть лучше обычной картонной коробки? Зачем какие-то дорогие домики из овечьей шерсти? Тогда мне пришла идея в голову. А что, если я поставлю домик рядом с этой коробкой и предложу ему одеялко? Ведь Бадди очень любит это одеялко. Может быть, дело было просто в том, что в этом домике не было одеялка? Давайте посмотрим, что Соболь будет делать сейчас. Итак, кажется, моя идея сработала. Бадди взял одеялко и затащил его в новый домик. Теперь, наверное, он уляжется там спать. Что-то ему там не понравилось. Попытка номер два. Бадди усиленно обустраивает домик, используя одеялко. Ну, теперь, наверное, он точно будет там спать. Ну вот, отличное место, Бадди. Конечно, лучше спать в своей корзине с бардаком, состоящим из игрушек, где спать совершенно неудобно, чем в уютном домике, да? Да, видимо, именно это Соболь и пытается мне показать. Даже одеялко не заставило Бадди полюбить его новый домик. Если вам нравится наше видео, не забудьте поставить лайк. Это очень помогает нашему каналу продвигаться.